Здравствуйте, вы смотрите новости на ТВ-21+. О событиях вторника расскажу я, Татьяна Куфенко, коротко о главных темах выпуска. Снежная буря накрыла Мурманскую область. В такую погоду хороший хозяин даже собаку во двор не выгонит. Крушение вертолета, ограничение дорожного движения и снежные завалы на улицах. Какие меры принимают для устранения проблем? И когда погода позволит коммунальщикам передохнуть? Если лицо признается иноагентом, соответственно, с ним расторгается контракт. Иноагенты не смогут работать на госслужбе. На сегодняшний день более 10 человек уже использовали такую льготу. При покупке жилья медикам оплатят половину стоимости. Действие льготы продлили до 2026 года. Расскажем, что еще на повестке первого в этом году заседания областной думы. 5-летняя выживаемость при первой стадии рака молочной железы колеблется от 80 до 95%. Рак груди у мужчин – опухоль паращитовидных желез. С какими редкими видами онкологии встречаются мурманские врачи? В Мурманске сняли фрагмент нового художественного фильма. У нас в Санкт-Петербурге нет таких сопок, в общем-то, нет такого ледокола. О главных героях, массовке и красоте севера поговорим со съемочной группой картины. По факту жесткой посадки вертолета рядом с Лавозером возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации транспорта. Чтобы разобраться в ситуации из Мурманска, на место выехала группа Следственного комитета. Сегодня в 15 часов спасатели получили сигнал бедствия. Вертолет следовал из Краснощелья в Лавозеро. Авария случилась в 3 километрах от конечного пункта. На борту Ми-8 находились 9 человек, среди них 3 члена экипажа. К ним были направлены медики, спасатели и сотрудники МЧС. 5 человек госпитализированы в ближайшую больницу, 4 отправили домой. Вертолеты Ми-8 используются в Мурманской области для пассажирских перевозок. Для отдаленных сел, вроде Краснощелья, Каневки или Сосновки, они часто единственный транспорт, связывающий с городами. По предварительным данным, причиной жесткой посадки Ми-8 могла стать метель. Также рассматриваются еще несколько версий, в том числе ошибка пилотирования и отказ техники. Последний зимний день обрушил на жителей Заполярья мощную метель. Ее создал циклон, который родился рядом со Шпицбергеном. Он поменял направление ветра с юго-западного на северо-западный и принес облака, полные снега. Из-за ветра и плохой видимости проезд запрещен с нулевого по 23-й километр по дороге Заполярный-Сальмиярви по федеральной трассе Кола от отворотки на Снежногорск и до Спутника. Автоподъезд к Териберке закрыт с 32-го километра. Грузовики временно не могут двигаться по трассе Р-21 Кола на участке от Кандалакши до Мурманска. Сильнее от погоды пострадал север региона. В столице за прошедшие сутки выпала почти половина осадков месячной климатической нормы. Верные спутники метели, пробки на дорогах, аварии, уборка города в усиленном режиме. Мария Гусакова узнала, сколько техники сейчас работает в городе и как продвигается очистка улиц. Даже вот молодому человеку пойти, так, смотрите, как здесь можно спуститься. Вот для меня это уже объект. Для человека с инвалидностью перейти заснеженную дорогу – настоящее испытание. Как для машины выехать из колеи, в снежной каше ноги начинают буксовать. Тем, кто может устоять на ногах, как Артем Ермоленко, помогает трость. А людям, передвигающимся на инвалидном кресле, приходится совсем трудно. Ну вот смотрите, на данный момент сейчас вот пандус не прочистим. И как человеку на коляске, например, или бабушке пожилой пройти, я будет проблематично пройти, так как дворник не успевает почистить снег. А если бы хотя бы трактор прошелся, он бы уже проблему мог бы за разом решить. Территорию клуба молодых инвалидов расчищают сами. На снегоборьбу выходит 1-2 человека ежедневно. Мурманск – лидер по количеству выпавших осадков в регионе – 11 миллиметров за сутки. Ветер, снег. В такую погоду хороший хозяин даже собаку во двор не выгонит. Ну а для тех, кто работает, как и я, и с утра проигнорировал прогноз погоды, остается искать только плюсы в своем внешнем виде. Например, на мне надеты ботфорты, даже если я провалюсь в сугроб по колено, джинсы останутся сухими.
Уборка дорог и дворов для администрации Мурманска и управляющих компаний – задача первостепенная, уверяют специалисты. В городе с утра пробки. Профильное министерство предупредило северян о возможных задержках транспорта. Цены на такси выросли практически в два раза. Чтобы восстановить привычное движение, на улицы выехали 98 снегоуборочных машин, вышли 150 рабочих. Трудятся без перерывов. Мы привыкли уже к этой работе. Много осадков – это наша работа. В каком режиме работаете? Круглосуточно, посменно. Так вообще рабочий день до 5, сегодня будут до 20 работать. Сейчас количество жалоб пока у нас не очень большое. Я думаю, что люди ожидают. Сейчас пойдет небольшое время. Наши службы берут сначала центральную магистраль, второстепенные дороги, особое внимание на дворы. По словам сотрудников гидромедцентра, такое количество выпавшего снега за сутки – норма для Кольского полуострова. Да и северянам такая погода нравится. Наконец-то! Наконец-то зима! Наконец-то! А снег почищен хорошо на тротуарах, улицах? Ну, слушайте, только выпал. Я думаю, что все почистят. Частично, я смотрю, работают люди. Машины есть, так что я не знаю. Я бы не сказал, что там коллапс какой-то. Нормально все это. Отличная наша мурманская погода. Хорошо ли убран двор, на ваш взгляд? Да мне чем хуже, тем лучше, если честно. А потому что у меня машина большая, вездеходная. А у нас с местами очень плохо. Потому что плохо убирается там. И все маленькие лезут на очищенные места. Очистить сам к себе никто не хочет. Температура в ближайшие дни будет от 0 до 5 градусов мороза. Уже завтра в дневные часы ветер стихнет, снег продолжит идти, но небольшой. Можно будет погулять и насладиться первыми днями весны. Мария Гусакова, Павел Третьяков, ТВ-21+. Правительство внесло в Госдуму законопроект о правовом регулировании северного завоза. Это госпоставки жизненно важных товаров на территории Крайнего Севера. Прежде всего, питание и нефтепродукты. В пояснительной записке сказано, сейчас системного подхода к поставкам нет, а значит, есть риск нарушения сроков доставки и хранения. Документ предлагает разработать критерии для включения населенных пунктов в перечень для северного завоза и распределить полномочия между уровнями власти, разделить грузы на категории. В мае 2022-го Владимир Путин поручил определить единого оператора для этого процесса. Губернаторы заполярных регионов ожидают стабилизации ситуации после принятия закона. Областные парламентарии провели первое в этом году заседание. На повестке больше 20 вопросов, поэтому обсуждение разделили на два дня с перерывом в неделю. Основная нить обсуждения – перестройка регионального законодательства из-за изменений на федеральном уровне. Однако депутаты рассмотрели и собственные инициативы, например, о продлении мер социальной поддержки медиков. Речь шла о возможности получить компенсацию половины стоимости квартиры или дома для врачей узких специальностей и фельдшеров скорой помощи. Должны в этом случае те, кто получит такую социальную льготу, пособие, остаться работать в течение 10 лет. На сегодняшний день более 10 человек уже использовали такую льготу и, в общем-то, довольны такой мерой социальной поддержки. Депутаты приняли поправки в первом и сразу в окончательном чтении. Решение продлить льготу поддержали единогласно. Тема здравоохранения, как всегда, стала катализатором бурной дискуссии. Депутаты обсудили необходимость увеличения целевых мест в вузах, проблему с недоступностью льгот для специалистов на стыке медицины и образования и другие частные истории. Это задел для будущих заседаний, а на этом и так больше 20 вопросов. Один из них касался иноагентов. Если лицо признается иноагентом, соответственно, с ним расторгается контракт, это первое. Если таковые находятся на гражданской государственной службе или муниципальной, а если вопрос стоит о приеме на работу, соответственно, есть запреты и ограничения для таких лиц. Один из интригующих вопросов об изменениях в закон о выборах и референдумах оказался большой загадкой. В повестке он был, а поясняющие материалы нет. Вероятно, 1 марта его рассмотрят на профильном комитете. И только после, 6 числа, на второй части первого заседания областной думы в этом году. Лада Егорова, Павел Третьяков, ТВ-21+. Последний день февраля – Международный день редких заболеваний. Сейчас в мире насчитывается более 8 тысяч таких болезней. Чаще всего они наследственные или врожденные. Но бывают редкости и среди онкологических патологий. Какие именно, узнали Янина Морозова и Максим Чинкин.
К наиболее редким, но опасным видам рака относится рак груди у мужчин, говорит Александр Давыденков. Заслуженный врач Российской Федерации, более 45 лет он трудится в Мурманском онкодиспансере. Сложных историй на его памяти немало. Каждый год в Мурманской области выявляют не более 4 случаев рака груди у мужчин. Это почти в 100 раз реже, чем у женщин. Но, как правило, это поздняя стадия, когда помочь уже сложно. Возникает опухоль груди у мужчин часто на фоне гинекомастии, когда мужская грудь развивается по женскому типу. Если так называемая гинекомастия, это уплотнение диффузной ткани молочной железы, если появляется на этом фоне какая-то структурная, особенно позади сосковой области, локальное уплотнение, это тревожный симптом. Появление узелка, увеличение лимфоузла, втянутый сосок или наличие выделений – это повод обратиться к онкологу. В этом случае необходима диагностика. Выяснить нюансы, уточнить диагноз сегодня помогают и в центрах амбулаторной онкологической помощи. Рак груди у мужчин поддается лечению. Современные операции, химио- или гормональная терапия позволяют победить недуг. 5-летняя выживаемость при первой стадии рака молочной железы колеблется от 80 до 95%. То есть фактически очень хорошие результаты. Еще один редкий вид – рак паращитовидных желез. Это когда опухоль поражает эндокринные структуры около щитовидной железы. В человеческом организме находится от 4 до 6 таких желез. Они отвечают за выработку паратиреоидного гормона, который регулирует концентрацию кальция в крови. Злокачественные новообразования в этих структурах – большая редкость. 1-2 случая в регионе в год. Но все же это опасное заболевание. Опухоль, когда растет, да, что доброкачественная, что злокачественная, возникает ее повышенная функция, гиперфункция. И проявляется это повышением кальция в крови, поскольку паратиреоидный гормон, который вырабатывает околощитовидная железа, он вымывает кальций из костей. У человека могут возникать боли в мышцах и костях, нарушается баланс кальция в организме. А значит, могут пострадать почки, нервная и сердечно-сосудистая система. Для лечения рака паращитовидных желез необходима операция. Но этот рак очень непросто выявить. А еще сложно понять, где именно расположилась опухоль. Ведь сами железы очень малы, в норме примерно с горошину. Здесь нам помогает сцинтиграфия паращитовидных желез, такой метод исследования. И интероперационно мы используем методику визуализации паращитовидных желез при помощи флюоресцентного метода. Современные методики позволяют добиться успеха в большинстве случаев. Но онкологи не устают повторять, чем раньше выявлено онкозаболевание, тем больше шансов его вылечить. А не дать болезни захватить организм поможет внимание к здоровью. Оно в руках каждого из нас. Енина Морозова и Максим Чинкин, ТВ-21+. В следующем году у мурманских конькобежцев вновь появится лед. Об этом рассказал губернатор Мурманской области Андрей Чибис во время встречи со спортсменами. Помимо этого, он посетил несколько спортивных объектов, где сейчас занимается хоккейный клуб «Арктика». Встреча прошла в неформальной атмосфере. Каждый мог задать вопрос или рассказать о том, чего не хватает мурманскому спорту. Одни из первых руку подняли мурманские конькобежцы. Глава федерации поинтересовался, получат ли воспитанники качественный лед на центральном стадионе в следующем году. По словам губернатора, нужные связи с новым собственником уже налажены. А в будущем подобные проблемы не должны появиться. В этот же день губернатор посетил объекты, где сейчас тренируется и играет хоккейный клуб «Арктика». В «Метеоре» он познакомился с самой командой. Цель-то главное не объект посмотреть, хотя это тоже важно. Не то, как он живет, как он поменялся. Очень важный элемент – это чтобы все, вот те, кто случайно оказавшийся посетителем, до действительно тех руководителей этих объектов, которые есть, могли напрямую с какими-то вещами обратиться, или на мое обращение могли бы кое-что проговорить. Для «Арктики» отремонтировали помещение в Ледовом дворце. Под трибуном пространстве появились раздевалки с именными шкафчиками, тренажеры, комната для заточки коньков и душевые. Все это необходимо спортсменам, чтобы лучше настраиваться перед играми и показывать максимальный результат в российских чемпионатах. Данил Скуратов, Борис Савельев, ТВ-21+.
А мурманским девятиклассникам рассказали, что такое проект «Профессионалитет» и какие перспективы он открывает. Например, гарантированное трудоустройство выпускников колледжа и техникума на одном из предприятий региона. За ближайшие 5 лет необходимо подготовить около 1 000 000 специалистов рабочих профессий по приоритетным направлениям: электронная промышленность, фармацевтика, металлургия, робототехника, оборонно-промышленный комплекс. Такую задачу поставил президент в послании Федеральному собранию. В Заполярье проект поддержали колледжи Оленегорска, Апатитов, Мончегорска и Ковдора. Первый массовый набор абитуриентов в рамках программы планируется уже этой весной. Ковдорский колледж станет центром сетевого взаимодействия всех вот колледжей, которые на сегодняшний момент присутствуют. И к 2028 году планируется выпустить порядка 550 студентов для предприятий региона. Новости на ТВ-21+ продолжаются. Спасибо, что остаетесь с нами. Организовать собственную выставку начинающему художнику может быть сложно, поэтому старшие товарищи готовы помочь. В культурно-выставочном центре Русского музея Мурманска именитые заполярные мастера провели отбор на выставку «Молодежь Мурмана». Кирилл Гропеняк расскажет, какие требования предъявляют к работам новичков. Вероника рисованием занимается с детства. Родилась она в творческой семье и пошла по стопам отца-художника. Принять участие в отборе на выставку «Молодежь Мурмана» решила спонтанно. Вместе с преподавателем девушка воплотила один из кадров любимого фильма «Парк юрского периода». Красочные динозавры понравились жюри. Очень неожиданно, потому что я участвую в этом первый раз, поэтому это волнительно немножко. Я, конечно, рада, и думаю, преподаватели тоже будут рады, что у меня получилось поставить работу на этот конкурс. Анастасия, одногруппница Вероники, занимается рисованием не так давно, но в ее коллекции уже 7 готовых картин. Ее работу кураторы выставки не приняли, но она не расстраивается, уже планирует новую серию полотен. Есть куда стремиться, то есть это уже объективная критика. Теперь я знаю, в какую область работать, где надо подтянуть недостатки, чтобы в следующий раз прийти с более подготовленными работами, серией. Сама буду более подготовлена. Выставка «Молодежь Мурмана» проходит не впервые. Раз в 2 года студенты средних и высших учебных заведений выносят свое творчество на суд. В зависимости от количества заявившихся, отберут от 50 до 100 работ. Когда человек показывает работу, она должна быть выполнена в определенной технике. И возникает же вопрос конкретно к этой технике. Если это графика, то к графической технике. Если это живопись, то к живописной. А, конечно, всегда важны композиционные задачи, колористические задачи, что бы это ни было. То есть здесь это скорее такое уже достаточно узкоспециализированное. То есть критериев много, на разные направления они все будут разниться. Жюри лояльное, но справедливое. Им не всегда удается договориться между собой. Однако состоявшиеся художники стараются находить компромисс, чтобы новичку было интересно вернуться и выслушать их вердикт. Картины молодых художников пока что находятся в лекционном зале. В ближайшее время все работы подготовят к выставке и в конце недели представят всем посетителям музея. Кирилл Гропеняк, Павел Третьяков, ТВ-21+. 200 спортсменов из Мурманской, Московской, Ленинградской, Новгородской, Нижегородской областей и Республики Карелия приехали на 5-й шахматный турнир «Полярный гамбит». Среди участников 2 гроссмейстера – Валентина Гунина и Евгений Левин, а также 4 международных мастера. Сделать первый ход – задача не из простых. Опытные шахматисты знают, от него зависит ход игры. От волнения не спрятаться среди соперников, гроссмейстеры и международные мастера. В блицтурах участвуют 76 спортсменов, 83 в быстрых шахматах. Игра в шахматы – это такая же игра, в которую мы играем каждый день. Принятие решений в игре – такое же, как в реальной жизни. Поэтому это очень близко каждому, кто сталкивается с проблемами решения вопросов в настоящей жизни. Первый «Полярный гамбит» состоялся 5 лет назад. Сегодня турнир можно назвать традиционным. О нем знают все успешные шахматисты региона. Наш турнир региональные, но с такими большими амбициями всероссийского турнира. Я уверена, что у него большое будущее. И для нас, конечно, большая честь, что этот турнир сегодня посетила Валентина Гунина, воспитанница нашей областной школы, да, которая сейчас спортсмен высокого класса.
На пьедестал в «Рапиде» взошла именно Валентина Гунина. В схватке с первой в истории трехкратной чемпионкой Европы у других участников практически не было шансов. Быстрые там больше с дебютами, да, то есть ты должен быть больше готов в дебютном плане, потому что времени больше, да, у тебя есть больше возможностей показать там свои новинки. Призовые места в основном распределились между северянами. Бронзу в блице завоевал уроженец Санкт-Петербурга. Особые призы получили лучший спортсмен Мурманской области, лучший игрок среди ветеранов и лучший юниор. Мария Гусакова, ТВ21+. Заполярье в очередной раз приглянулось режиссерам, операторам и продюсерам. Накануне столицу региона посетила съемочная группа из Москвы. В каком фильме мурманчане увидят знакомые пейзажи и чем актеры массовки помогли команде киноделов, выясняла Евгения Гричуха. Причал ледокола «Ленин» на день превратился в настоящую съемочную площадку. 30-я сцена. Родные виды мурманчане узнают в фильме «Вера» новой экранизации повести Галины Щербаковой «Вам и не снилось». Новый фильм, в отличие от любимой многими версии 80-х, расскажет не о юных влюбленных, а о маме главного героя Ромки. Работает она в Институте океанологии и рыбного хозяйства. В Мурманск возвращается из научной экспедиции. Она вообще такой северный человек, поэтому это ее стихия. И это очень важный эпизод фильма. И все время спрашивают, может быть, можно было снять в Санкт-Петербурге. Но нет, у нас в Санкт-Петербурге нет таких сопок, в общем-то, нет такого ледокола. Работать над картиной съемочная группа киностудии имени Горького начала в конце прошлого лета. Основные сцены сняли в Москве и Петербурге. Дальше, посмотри, еще раз наверх, посмотри, еще раз наверх. Теперь вниз. Фрагмент, снятый в Заполярье, займет в киноленте не больше минуты. Альберту досталась роль полярника, загружающего ящики в машину. Скажите, справитесь, как думаете? Я думаю, да, я специально в зал сходил, перед этим подкачался немного. В массовке принимают участие около 20 северян. Все они играют портовиков, жителей Мурманска 80-х годов. Найти костюмы оказалось не так сложно, многие принесли их из дома. За фактуру героев и образы отвечает ранее работавшая над современным Чебурашкой Наталья Каневская. Я уже давно работаю в кино, и когда-то это все валялось по блошиным рынкам, и казалось, что так много всего этого добра, и никому вещи из 80-х не нужны, а сейчас прошло время, и вдруг этого уже нет. Вообще актеры очень нам помогли, многие пришли в своем, кто-то там достал дедушкины валенки, и, конечно, это все смотрится так аутентично и классно. Зрителя ждет не ремейк советского фильма. В нем не прозвучит музыка Алексея Рыбникова. На первый план выйдут проблемы взрослых. Отличаться будет и финал. История сильнее опирается на первоисточник. Премьера мелодрамы запланирована на этот год. Евгения Гричуха, Павел Третьяков, ТВ21+. Приобрести необычный подарок для близких, приятно провести время и научиться делать интерьерные свечи, погрузиться в мир музыки и изысканных ароматов – все это можно в новом свечном салоне «Куламанзон Кэндлс», который открылся в Мурманске. На первом мастер-классе побывали журналисты ТВ21+. Давайте, спросите товарища передать что-то. И, да, совет. Свечной салон «Куламанзон Кэндлс» – необычное пространство, созданное для северян, ценителей уюта и музыки. Найти изысканный подарок и научиться самостоятельно делать свечи здесь легко. Богатая библиотека ароматов позволяет выбрать лучшее или создать свою неповторимую композицию. Это наполнит красками даже самый хмурый день, так считают создатели салона. Мы как раз и хотели подарить людям то пространство, где бы они могли творить, могли бы наслаждаться ароматом и любить классическую музыку. Для нас очень важно, классическая музыка – это та сфера, в которой человек создает в своем воображении образы. И классическая музыка настолько многогранна. Одна из наших клиенток рассказывала, как ее ребенок слушал по QR-коду музыку со свечи, зажег эти свечи и попросил маму, а давай послушаем еще что-то. Для нас это было самой важной обратной связью.
Музыкальное произведение для каждой свечи зашифровано в QR-коде. А творческая атмосфера дарит радость. Улыбки, общение, возможность поделиться эмоциями, больше узнать об ароматах. Мне оказалось удивительным, что аромат – это не просто запах, а еще и какие-то образы и картинки внутри себя. Мне здесь понравилось, потому что здесь в первый раз я, и здесь такой красивый интерьер. Такой мастер-класс – лучший рецепт хорошего настроения. Записаться для участия можно в группе ВКонтакте «Свечной салон Кулуманзон Кэндлис» в Мурманске. Или просто зайти. Всех ценителей тепла ждут по адресу улица Самойловой, дом 3. Что же это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня? Если вы смотрели выпуск не сначала и что-то пропустили, его всегда можно увидеть на нашем YouTube-канале, пройдя по ссылке на сайте и в соцсетях. Телефон редакции для ваших новостей 400-870. Не забывайте про Viber и WhatsApp и подписывайтесь на наш Telegram-канал. Далее вас ждет прогноз погоды. О погоде в Мурманской области на первый день весны. В Кандалакше до минус 3 градусов. В Умбе пасмурно и минус 1,3. Полярных зорек столбик термометра опустится до минус 3 градусов. Ясно. В Апатитах переменная облачность и минус 2. В Кировске чуть холоднее, минус 3,5, и здесь возможны осадки. В Ковдоре без снега, но минус 2, минус 4. В Мончегорске минус 1, 3, снег. В Лавозере 1 марта тоже будет снежным и минус 1, 3. В Оленегорске до минус 5 градусов осадки. В Никеле минус 3, 5, снежно. В Заполярном до минус 4, снег. В Североморске минус 1,3, снег. В Мурманске также не обойдется без осадков и чуть теплее, минус 1,3 градуса. Ну а на этом наш выпуск завершен. В студии с вами была Татьяна Куфенко. Увидимся на ТВ 21+.